Вот еще одна тара дагаров. Здесь 520 их. Так, морда рузик. И с огнями. Вот здесь их. Сейчас будут отбирать, которые возьмут на племя, остальных на рынок. Или вот скоро будет иди хурбон. Их будут продавать на базаре для того, чтобы принести в жертву. Вот здесь есть тоже козы. Это тут смешанный с пакистанским. А так козы местные очень хорошие. Вы сами знаете, что от козла зависит очень много. За ним идет отара. Тоже отборные. Розыр знает, как за ними ухаживать. Розыр, ты бы как-то интервью мегрим. Розыр, будь гусанок, чё мы исан? Ворсовудба? Ворсовудба мейса? Я Кариби Ягноба? Кантаза? Чаруза умади? За два дня он до сюда шел. Из Ворсовута. Ворсовут это Ягна. Вот за перевалами. Вон там далеко за горами. Туда, наверное, километров... Как 6 километров осталось? 60 километров. Вот. Молодец он. А сам живет в Гисаре. А пасет там. А у него это, как называется, айлох у него вообще в этом, в Хободьем, а? Не, ну, в Исамбой, ба. Рудок Исамбой. А, Исамбой, да? А, у Боло, да? Муравтаги бедем? Да, в Исамбае вообще. Рядом с Чумалакаем покойно. Да, да. Вот 12 лет он уже старший. Сарчипон. Выполняет каждый год план. В этом году план на 94% сделал. Вот его, вот. Собачки у него такие. Сагих не там, она миссия. Он не сямбо. Айзура. Я кучу гайми харзори. Бегат вай будай, да? Ну, он еще будет чорводор будай, подарман. Мода будай, а? Вай, мода будай, а? Вот, вот такие красоты. Поль, гарло намерил его обратно. И аку идёт, до горы идёт мимо номера, а? Солу, ху ам шамжу дам он, да? Хушурто, он тарафу мерен, не? Не? Марге мерен, а, мефруэ? Марге, бам, джой хушуя. Каймокой, джургутой зур дора. Айрон. Но меджушон, он лекин. Шири, гусфанду, шири, буза меджушон. Я рахмати калон. Урзубой, саламат булши.